Надо выезжать, ребята! Ва-а-а! Ух! Ой-ой-ой! Выезжать надо! Нет, уже не выезжает. Все, походу меня будем тащить. Ребята, привет! Предновогоднее настроение. Новый год все-таки идет. Ладно, суть не в этом. Короче, в субботу собрались, прокатнулись с ребятами. Была машина, ребята, вообще жесть. L200. Разные дастеры. На одном дастере, по-моему, даже 260 тысяч пробега. Нивы короткие, длинные, с блокировками, без блокировок. Инжекторные, карбюраторные, делики были. Короче, машин было много. Смысл такой. Это видео, конечно, лучше смотреть полностью, потому что первое препятствие у нас была горочка, мы заехали, все по очереди проехали. Тут самое интересное будет посмотреть, кто как заезжал, в принципе. Практика у кого-то больше, у кого-то меньше. Вот. Потом мы поехали, увидели аварию, опять же, видео вы все это увидите. Потом поехали в поле, где снега там метр было, туда засели, побуксовали, друг друга повытаскивали. И потом уехали еще на две горочки, покатались, хоть полдня мы катались, получили массу удовольствия. Всем участникам, конечно, огромнейшее просто спасибо, что приезжаете, делитесь своими эмоциями. Вот. Потом вернулись, попили чай, и, в принципе, уже настал вечер, и мы разъехались домой. Поэтому смотрите видео полностью. Вы выбираете для себя машину, если вы выбираете, посмотрите, на что они способны. Вот такие дела. Все, приятного просмотра. Давайте, жмите кнопки, пишите комментарии. И самое главное, не забудьте подписаться, нажать колокольчик, ребята. Жду ваши комментарии. Ну все. Так, ребята, Duster. 260 тысяч пробега. Смотрим, как он заезжает, нет? Нет, не заехал, не заезжает, не видно. Нет, 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 не заезжает. Еще одна попыточка. Давай. Смотрим. Ну, это что-то слишком много. Слишком много, слишком много. Пока тоже не заезжает. Там что, 2 литра есть? Так, давай, бери разгон и заезжай. Побольше бери разгона. Да вроде бы да. Все, тут погнали. Так, смотрите, 2 метра дали ему фуру. 2 метра. Нет, ты смотри, все равно не едет. Интересно. Резина шипованная. Но стартует интересней. Вот, смотрите, видите, он заехал. Duster. Вот. Готов? Поехали. Нива. Задний самоблок. Шипы. Тяжело. Дифференциал заблокировали. Вот так вот. Вроде казалось, да, ребята? Все просто, но не. Это ничего, что я на этом на ручнике ехал. Ну я понял тебя, давай. Слышали, да? Нива, говорит, ехал на ручнике. Но все равно, 2 метра примерно фору. Ну, легче. Оказалось-то, видите, всего лишь был включен ручник. Вот так вот. Новый участник, Шевроле Нива, 10 лет, 90 тысяч пробега. Вторая пониженная. Не получилось. Метр фора. Все, зашел. Все, готов, поехали. Делика, автомат.
Дизель. Нет, 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 нет. Но он и потяжелее. Вот сейчас как я поеду на липучке. Давай оттуда. Прям. Поехали. Метра где-то тебе. Побольше взял? Давай, нормально. 2 метра. Отлично. Ну что, L200? Ага, тяжеловато. Давай, давай, давай. Вот человек пристегивается. Костя, тебе привет. А он тут жаловался, стоял, что вот так вот не получается. Да ну, ты меня большие! Я сейчас слышу. О, на второй переключился, да? Нет! Давай, давай, дай, дай, дай! Нет, нет, все, не хватает прям чуть-чуть. Ну смотри, гребет-то 4. Молодец, молодец! Супер! Молодчик. А мы... Ребят, смотрите, ВАЗ-2106. Разгон. Вау! Вот так вот. Все, давай, дизель 2.8. Смотрим. Разгон маленький, нет, наверное, нет. Вот это да. Почти, но не хватило. Это не дафа. Ждем, когда спустится, хотел сказать, стравится. Еще попытка. Современные технологии. О, хватило, хватило. Мощь двигателя, конечно. Вот так вот. Молотик, молотик. Так, Дастер у нас решил взять ближе даже. Смотрите, от линии. Говорит, попробую. А уже нет, уже нет. Смотрите, всего лишь полметра, и уже автомобиль не едет. Всего полметра. Но нет, 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 съезжай. Дастер белый, который не смог заехать, берет больше разгона. Вот. Ну, с таким разгоном, конечно, заедет. Вот, видите, легко. То есть как, еще зависит, конечно, многое от водителя, согласно, да? Резина. Сейчас я поеду на липучке. Ну, тут уже будет видно. Во-первых, накатано хорошо. Буду со второй пониженной трогаться. Все, мы поехали. Ну что, наша попытка. Вторая пониженная сразу. Давайте, наверное, дифференциал сразу заблокируем. Все, готовы? Поехали. Вторая пониженная. Накатано, конечно, сильно, ребята, прям сильно накатано. Итак, ребята, машин у нас собралось много, но, к сожалению, бывает вот такая ситуация. Поэтому внедорожники есть внедорожники. Но всегда думайте о своей безопасности, не гоняйте, потому что бывают разные случаи. Сами видите, что произошло. Будьте аккуратней, думайте всегда головой. Внедорожники — это не для того, чтобы
гонять и рысачить там, где не нужно. Вот так вот, ребята. Мы поехали дальше. Ребятам помощь оказали. Мы едем дальше. Ребята, колея надуло. Смотрим не вас. Все. Че, на мосты? Все. То есть, смотрите, ага. все просто. Поле. По полю проехать можно. Дави в пол, выкладь оттуда. А здесь колея. Конечно, хотелось бы здесь какую-то повыше машину, которая прикатала бы. Но я думаю, что мы здесь не сможем проехать. Вот, хотели снега. Пожалуйста, снег есть. Попадешь в колею, и не помогает ничего у нас. Не вас тоже. Вот, смотрите, Дастер. Ну, Дастер, он под большим углом проехал. Диман сейчас все-таки проедет. Ладно, едем. Да. Смотрите, переезжаем сюда. Ух. Все, отлично. Колею уже протоптали. Шевик. Вот, молодец, молодец, молодец. Как ее перекосило-то. Вот здесь мы проезжали. Смотрите, какой склон. Сейчас мы тоже потихонечку, опа-на, проедем. Ребята ждут. Ой. Ноги. Тут снега до хрена. Заводимся. Давайте, поехали. Ну, спускаться, конечно, не подниматься. Вот сейчас, смотрите, хоп, машина вот так, видели, встала. Так, тормозим. Здесь, по-моему, а тормозов-то нет, ребят. Ёлы-палы. Вах, надо выезжать, ребята. Вах. Ух. Ой-ой-ой. Выезжать надо. Нет, уже не выезжает. Все, походу меня будем тащить. Все, короче, я накатался. Все, я приехал, походу. Так. Пониженная. Понятно. Дифференциал заблокировал, но в раскачку пробуем. Так, ну немножко шевелимся. Ну нет, а дайте покажу. А как я вам покажу, если у меня двери не открываются? Ну что, надо доставать динамический трос. Ёлы-палы, ребят. Вот так вот. Сейчас трос дам. Так, динамический трос. Пришло время динамических тросов, да? Десятиметровый. Кому интересно, наш подписчик вяжет 1206 метров. Делика, 10-метровый. Что-то он
Ага. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Отлично, отлично. Смотрите, в какой засаде сидели. Вот, видите, как на покатухах у нас все друг друга помогают, никто никого не забывает. Потяжелее, но, ребята, результат один и тот же. Согласитесь, как бы ни была хорошая машина, или, как говорится, чем больше машина, тем сложнее ее утаскивать. Вот и результат. Сейчас он прокопает и подсядет. Ну, очень глубоко. Вот, смотрите, с поля в траву задувает. И снега прям прилично, прилично, прилично. Да, по колено снега. Делика могет. Борется. Борется. Ну смотри, накатал, все равно молодец. Красавчик, красавчик. Ну как-то у него привод работает, непонятно. Колеса все, ну, некоторые стоят. Не знаю. О, сейчас не знаю я. Все, наверное. Теперь все. Зря я трос прятал. Водитель сидит, балдеет. Ух, красота! Бу-бум! Класс! Разгон! Отлично! Но перемета, блин, ноябрь, 29 ноября, но тут уже спокойно. Отлично. Сейчас заезжаем в эту горку. Спуск и подъем. Сейчас камеру достану, буду снимать. Первый Шевроле. Ребят, ну подъем, скажу, коварный. Смог, смог. Отлично. Тут надо, ребята, топтать. Молодцы. Посмотрим. Делика интересно, конечно. Потяжелее. Блин, ребята, не знаю, что-то сложно. Смог. Прям уж пережил. На какой поедем, интересно? На второй пониженной? Давай, поехали. Ух. Ну, легко. Ну вот, отлично. Едем дальше. Едем на другую локацию. Давайте, чтобы не слушать мой гундос. Сейчас будет музычка, и под музычку прокатимся.
Тише, 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 тише. Ну что? Пробуй. Так, стоп, стоп, ты длинный, стоп, стоп. Стоп, 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 тебе назад, 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 все. Нет, ребята, длинная база не помещает. Дим, аккуратно, и ты короткий, можешь сжать, давай. Нет, ребята, нет. Дима, а у тебя шипы? Возьми ходом, ты можешь ходом взять. Вот отсюда, давай. Ну, красавчик, красавчик. Едем, едем. Едем, едем. Давай назад, сейчас заедешь. Аккуратно, Дим, назад. Понечку. Очень-очень сложно. Ух. Ударился, что ли? Я думаю, сейчас получится, ребят. Давай, Дима, давай. Видите, в таком случае даже шипы не помогают. Второй, что ли? На первый включай. Бам! Блин, опасно здесь, наверное. Это было жестко. Но у тебя все нормально. То, что металлические бампера. Нифига не заедет. Спускайся потихоньку, Дим. Заднюю включай. Руль прямо. Выверни. Все, отпусти тормоз. Так, что, может, на другую горку? Ну, здесь сложно, наверное. Но не для Димы. Ну, давай, Дима. Получится, получится, получится. Давай дальше, 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 дальше. Давай, Дима. Блин, жестко, да? Поставьте Диману лайки обязательно. Прямо сейчас на паузу и Диману лайкос. Молодчик. Интересно. Смотри, как тяжко, земля промерзла. Вроде и до земли докопался, а нет. Все, сейчас заедет. Все, молодчик. Так, у нас новый участник. Знакомьтесь. Карбюратор. Никаких блокировок нету. Все, давай газу, можешь. Вот так вот, вот так вот. Молодец. Давай. Боялся. Красавчик. Ну, видели? А, путем хода автомобиль выезжает. Да, или скорость первого, наверное, выбивает. Раздатка выбил, наверное. Может быть. Передача может выбиваться там. Давай! Выбивай. Погнали. Отлично. 10 лет Шевроле. Молодец. Опыт не пропьет. Давай, пробуй. Могет. Что там? Проходит. Попробуй еще чуть-чуть. Вот сейчас, что? Давай. Нет, оторвешь его. Цепляю.
Назад пока еще точно оторвет. Покатись, давай еще. Если я буду скатываться, потрою нахер все. Сейчас я примерюсь. Чё там? Вот сейчас, чё? Давай. Нет, оторвёшь ты его. Цепляю? Блин. Ну чёрт, ну как эти лохи-то, да, ребят? Пробуем, нет? Надо пробовать, чума. Давай. Ух. Ух. Не туда. Но мы заодно заедем. Спустился за камерой. На делике прокатнемся. На подъем. Вот у тебя место тоже не ахти, да? Для детей. Так, здесь сесть можно? Да, разложить что только надо. Не, я вот так сяду. А, так сверху? Да. Че, я откинул? Удобнее. Поехали. Расскажи про транспорт вообще. Транспорт? Делика 2.8, турбодизель. Машинка неплохая, но больше семейная, наверное, чем для покатушек, чем для грязи. Я ее особо так и не использую. В основном катаемся. Путешествуем, все помещаемся. Здесь привод же как на Ниве примерно, да? Да, такой же, абсолютно. Тише. Какого года у тебя? 99-й год. 99-й. Ну, то есть ты доволен, да? Очень доволен автомобилем, потому что я его брал именно, чтобы загрузить всю семью. И можно было хоть куда-то что-то проехать, чтобы не на легковушке. А пробеги вообще какой здесь? Ну, пробег здесь стоит на одометре 283, но я у нее третий хозяин. Еще сколько она там по Японии проехала, неизвестно. Так что не знаю. Ясно. Сколько примерно такой автомобиль себе стоит? Ну, хороший где-то в районе 500 тысяч стоит такой автомобиль. Ну, понятно. Ладно. Не получается, ребята, не получается. Скользко. Ребята, пока у нас что-то не выходит. Давайте разгона побольше. Тут, наверное, нужно больше разгона и побольше хода. Давай, Дима, давай. Молодец. То есть гору покорить можно. Все, едем в следующий. Давайте проверим. Ну нет, маловато, брат, маловато. Пристрелочный. Мало. Давай, бери хода больше. Давай. Все, молочек. Знаете, вот ребята, где заезжали чуть правее, там основной дороги нету. И они накопали до глина. А вот где делика заезжает, там основная дорога. И она более, как говорится, скользже.
Видите, как привод работает? Как на Ниве. Ну все, нормально. То есть, как вы сами видите, каждый метр перед горой решает. Ну вот, видели? С хорошим разгоном легко. На малых не туда-то было, да? Вроде уже и накатали, и глина, зацеп уже более-менее. Но, как я говорил, земля промерзшая. Разгон. Ну что-то как-то он совсем хиленько, ребят. Надо тот разгон набирать. Дизелек дымит. Да, не заедет, не заедет. Вроде разгон такой же, как у других автомобилей. Надо сжать тапку-то. Как на такси? Приехал, мучается и не получается. Или дизель так набирает скорость. Непонятно. Это мне высказали претензию, сказали, что я разогнался, придется переезжать. Я поддерживаю. Скажи, что, почему не получается? Не хватает разгона или что? Ну, скорее всего, разгона не хватает. Но опять у меня сейчас не развивает обороты. Ну да, вот я смотрю, что не хватает. Он раз и глохнет. У меня потому что последнюю настройку делали, чтобы на холодную заводилось, топливо убавили. А у тебя ESP установлено? Нет, здесь ничего нет. А, нет, значит, сюда. Ладно, не мучайся. Вон там дорога, и он там заедет. Параллельный попробуй. А, ну если здесь, давай, пробуй. Бери раз. Последний раз, говорит, пробуй. Во, что-то получилось. Да, блокировочки, ребят, сюда, блокировочки надо. Но у него вообще обороты не развиваются. Угу. Алексея попросили перезаехать. Говорит, разгон большой. Вот так вот. Ну, видите, по сравнению с дизелем, бензин набирает скорость мгновенно. Карбюратор. Ну, уже накатали, но все равно. Все, сейчас я заезжаю, будем пить чай, ребята. Че, вот отсюда попробуем. Не будем много разгона-то набирать. О, метр хватит нам, нет? Первая пониженная. Что там у тебя, первая пониженная? Вообще легко. Два самоблока. Рулит. Ребята, мягкий шакал называется. Давайте посмотрим, проверим. Давай. Вот так одевается. Смотрите.
вот эта вот фигня сюда поджимается. И получается вот так вот. Называется мягкий шакл. И без всяких проблем выдерживает нормально. У нас тут, смотрите. Видите, как мягким шаклом вообще выдергивается изумительно. Изумительно. Так, у нас здесь две шахи подготовленные, полноприводные. Ну, я шучу, конечно. Но ребята, видите, могут, могут. Так, ну, что у нас тяжелая техника? Так, тоже не могёт. А давайте посмотрим, сколько тут у меня. Ну, относительно-то нормально, да? В принципе-то нормалёк, нормалёк. Губа помогает. Губа, она как трактор. Отлично. Поехали дальше. Хватило, ребят. Да, на первой пониженной, надо вторую. Больно сильные обороты. Вот. И лед вверху, видели, да? Чего, соскучились? Вторая пониженная. Вторая пониженная. О, на второй понижена, видите, она типа в натяг заехала. Блин. Ну страшно, ребята, страшно. Кому не жалко, лайк. Кому не жалко. Будем пить чай. Итак, ребята, наши покатушки закончились. Всем участникам большое спасибо, что приезжали, участвовали. Сейчас вычищаем снег из-под колес. Вот. По поводу своей губы, что хочу сказать. Спасает, помогает. Ударился очень сильно. Вот здесь вот. Думал, что бампер сломаю. Нет. Все целое, все нормально. Выдерживает хорошие удары. Гребет снег. Вот, закидывает наверх снег. Ну, по крайней мере, все бампера целые, все целое. Вот, сейчас пьем чай и поедем домой. Итог этих всех покатушек. Ездите, если вы едете куда-то покататься, ездите вдвоем, втроем, чтобы можно было всегда друг друга вытащить, помочь, как в нашем случае. Мы покатались, посмотрели, свои силы попробовали. То, что какой бы автомобиль ни был, какие блокировки бы ни стояли, автомобиль по-любому сядет. Садится на днище, садится на мосты. И на этом, как говорится, вся езда заканчивается. Поэтому лопата, конечно. Но вот как-то у нас так получилось. Все, конечно, если видео вам понравилось, жду от вас подписочку, лайк и обязательно комментарии. Комментарии пишите. Все, давайте, пока.